Подходит к завершению масштабной акции в рамках движения «Помощь рядом» Ярдам Янаше по обеспечению продуктами, продуктовыми наборами детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного, детей из семей самозанятых и предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, ну и одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума. В течение 2 месяцев за 4 волны, 4 раза в городах, районах доставлено более, ну, около 210 тысяч продуктовых наборов. Уже сегодня практически эта работа завершается. Свыше 203 тысячи наборов уже роздано. Я хочу выразить слова благодарности благотворителям за счет финансовой помощи, которых стала возможной реализация социально значимой акции. А здесь бюджетных средств нет, это просто благотворители, наши крупные компании, малые компании, предприниматели в той или иной степени, в меру своих возможностей принимали. Это вот системная акция была. Кроме еще были такие отдельные главами районов, городов, там на местах были организованы. Отдельные слова благодарности не могу отметить компанию «Бахатле». Вот Муслима Хавреевна Латыпова, она обеспечила качественное формирование этих продуктовых наборов, ну и оперативную доставку. Я пока еще тьфу-тьфу не слышал ни одной претензии по качеству данных наборов. Очень ответственно они подошли, очень организованно работу провели. Тоже огромные слова благодарности руководителю Латыповой и всей команды, всем волонтерам на местах, везде. Вот главы очень четко отрабатывали. На самом деле, было время такое непростое, когда все сидели дома, доходов не было. Значит, это хорошая поддержка была.